Всем привет! Меня зовут Саша, вы на канале «Посылки из Китая». У нас очередная распаковка товаров с AliExpress. И не будем затягивать, приступаем. Первая посылка. Здесь нас встречают вот такие штуковины. Я, если честно, даже уже не ожидал, что это приедет. За это выиграл спор. Выиграл уже давно. Заказывал эти штуки для Нового года. Сейчас у нас уже 20 какое-то февраля. И они только-только приехали. Что можно сказать о этой штуке? Везде он торчат нитки. Даже вот невооруженным глазом все видно. То есть качество исполнения, но оставляет желать лучшего. На первый взгляд мне показалось, они более такие симпатичные. Ну, немножко доработать ножницами. Если кому-то не лень, кому-то не впадлу, то, в принципе, для сельской местности сойдет, как говорится. Ну и вот такого плана украшения на стол у вас получится. То есть вы закинули, не знаю, как там правильно, ложка-вилка слева-справа. Ой, разделись ложки. Ну, как-то так. В комплекте идет 10 штук. Материал, черт его знает, какая-то хрень непонятная, наплыв клея он образовался. Ну, в принципе, неплохо. Для новогоднего праздника, для новогоднего настроения пойдет. Третья посылочка. И здесь нас встречают биткоины. Все три штуки серебряного цвета. Пакетики рвутся. Все писали. У всех абсолютно людей в комментариях, я вот, ну не все, конечно, прочитывал, но все, что видел в комментарии, все писали, что приходят футляры с поломкой. Вот у меня один футляр здесь идет сломанный, ну вот видно трещина. Этот футляр полностью целый, и этот футляр, насколько я понимаю, тоже будет, наверное, целый. Сейчас. Если сейчас его сам не умотаю. Нет, здесь тоже трещина вот есть, виднеется. Вот, вот трещинка. Короче, один из трех пришел целый. Ну, давайте тот, который целый, мы его откроем. Монета очень увесистая. Ну, выглядит, наверное, лучше посмотреть, если кому-то интересно, на картинке. Более качественно будет видно. Ну, вы знаете, на ощупь такая приятная... Обычная металлическая большущая монета. Не знаю, как крафтят эти биткоины, майнят. Но вот я решил заказать просто такие сувенирные монетки. Пусть будут, почему нет. Так, следующая посылочка. И здесь у нас UFO Humidifier. Увлажнитель воздуха. Вот как это называется. Как нарисовано здесь, взяли этот хумидифир, взяли стакан с водой, подключили. Штука рабочая. Ну, блин. Видно же, что пар идет. Правильно, видно. Полезно это или не полезно, решать вам. Губит людей не пиво, губит людей вода. Так, а здесь у нас розовые прелестные пакетики, в которых находятся маленькие контейнеры на 12 слотов для тех, кто занимается скраббукингом или какой-нибудь алмазной вышивкой. Вы засыпаете сюда свои штуковины, эти блестяшки, алмазики, в каждую ячейку. Можете подписать, пометить как-то. Ну, здесь вообще цифры есть. 1, 2, 3, 4 до 12. И можете себе спокойно не волноваться, что у вас где-то что-то будет рассыпаться. Крепление достаточно надежное. Эта штука общая. Ну, нет, наверное, она не вынимается. Хотя, нет, она вынимается. Вот так разделяется на две половины. Можете... пользоваться даже без этой. Если понадобилось, вставили, все застегнули. Я думаю, даже для рыбаков эта штука подойдет, если какие-то мелкие мормышки, крючки засыпать. Годная штука. Правда, стоит что-то в районе
доллара, может даже полтора. Ну, дороговато для такой фигни, если честно. И у нас последняя на сегодня посылочка. Так, здесь у нас находится три пультика. Вот такие. Bluetooth Remote Shutter. И пока не добрались до этих пультов, объявляю о начале следующего розыгрыша. А розыгрыш 100 рублей через 10 дней. Обязательно поставить лайк, подписаться на мой канал и написать в комментариях, какой вы канал смотрите чаще всего. В общем, не знаю, как будет он коннектиться к айфонам, но к андроиду законнектился моментально. Буквально нажал на поиск, ну, кнопка включенная он, пару раз понажимал тут по этим клавишам. Нажал поиск, нашел этот Remote Shuttle, подключился, и он уже готов к работе. Вот в данный момент навел на ножик, нажимаю на эту кнопку, фотография готова. Вот, пожалуйста. Хорошая вещица, ну, наверное, для тех, кто любит фоткаться в компании, заменяет селфи-палку. Это все товары на сегодня. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал, принимайте участие в конкурсе. Пока-пока! Ну что, хочу тебя поздравить, ты самый внимательный, тот, кто досматривает видео до конца. И благодаря своему упорству ты можешь принять участие в дополнительном конкурсе. Точнее, конкурс будет тот же самый, но если ты напишешь желтый полтосик в своем комментарии, то ты будешь принимать участие не в 100-рублевом конкурсе, а в 150-рублевом. А все почему? Потому что желтый полтосик, ну, я ассоциирую это с тем желтым пакетом, который пропал из распаковки. Пропал не случайно. Правилами YouTube нельзя выкладывать товар, который имеет какой-то первоисточник. Вот как было с айфонами. Людей банили за то, что они показывали фейковую версию. Так здесь у меня был тоже фейковый товар, который я посчитал, что поможет забанить мой канал. И я не стал его выкладывать. Если у тебя есть желание его посмотреть, напиши мне об этом. Я его выложу в группе ВК. Там все можно. Пока-пока. Желтый полтосик.